День добрых дел разогнал тучи над городом, и акция по посадке хвойных деревьев у кинотеатра «Искра» состоялась. В экологическом мероприятии приняли участие представители администрации, совета депутатов, организации, служб муниципалитета, а также неравнодушные жители Ленинского городского округа. У нас очень активные жители, и порядка 10 тысяч обращений мы получили от жителей разных с предложениями, из которых выбрали самые массовые. Одно из предложений было, это, конечно же, посадка деревьев и озеленение нашего городского округа. Также сажали молодые сосны и ели учащиеся видновских школ, для которых учебная суббота стала днем помощи тем, кому она особенно необходима. Большое количество наших ребят предложило позаботиться о наших ветеранах, о семьях, у которых отцы и братья на СВО находятся. Они пришли к ним с подарками, с чаепитием, с предложением помочь убраться или сделать что-то еще доброе. Гимназистка Мария Крикунова принимала участие в подобном мероприятии впервые. Очень гордится, что посадила ель прямо у входа на Аллею Славы. Я никогда не сажала такие масштабные деревья. Ну, необычно. Такое же чувство гордости за посаженные деревья испытывает и Ирина Архангельская. Заместитель председателя Совета депутатов считает зеленые насаждения символом преемственности поколений и заботы о будущем города. Я как-то здесь шла, и бабушка шла с внуком. И он что-то он говорит, посмотри, какие ровненькие елочки, какие пушистые, красивые. И действительно было очень приятно, я даже гордость взяла, что действительно мы что сделали. Делаем же для себя, для следующих людей, для поколения. Вот. И потом вообще эти такие вот мероприятия, они как-то сплачивают, объединяют людей. Всего на данном участке было высажено 40 елей и 10 сосен высотой около 4 метров. Молодые саженцы стали удачным продолжением хвойной аллеи у кинотеатра «Искра». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.